Американские конгрессмены вызвали на слушание одиозного бизнесмена Мартина Шкрелли. Владелец фармацевтической компании получил скандальную славу после того, как за ночь поднял цену на жизненно важное лекарство для больных СПИДом в 57 раз. С $13 до 750. Политики призывали бизнесмена одуматься, но он лишь откровенно потешался над ними. Что вы можете сказать одинокой беременной женщине, у которой обнаружен СПИД, но нет денег на лекарства? Что ей делать? По совету своего адвоката я прибегаю к праву, данному мне 5-й поправкой, не свидетельствовать против себя, и со всем уважением отказываюсь отвечать на этот вопрос. Ничего смешного, мистер Шкрелли. Люди умирают, больным все хуже и хуже. Вам не кажется, что вы поступили плохо? По совету своего адвоката я прибегаю к праву, данному мне 5-й поправкой, не свидетельствовать против себя. И со всем уважением отказываюсь отвечать на этот вопрос. Выйдя из зала заседания, Шкрелли тут же поделился впечатлениями в соцсетях, назвав конгрессменов идиотами.